Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джано Самаюктам Винда Ванам Манохара Банша калпатару вашеки пасинду бхавеч, патитанам павуне бхавишна вибью намо нама, мукам кароти вачалам пангун лангхайте гирим, ятки патам ханганди парма нандамадвам, бриндавай тусиде бай пиявай кесва сача. Сна бхакти паде деви сатту баттуи намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Санкиртане кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагод Барана Дейям Сада Парибхабхагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Ветатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушати Чарнарапиндам Ятпада паллавана качанда мани чатая Бисфуриджи токима пигабабадукшва дарши Пуранануравра сосагра сарумурти Сарадхикамай кадактифанти Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита пуджау канака бодату Шанкиртаной кавитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джугадхар мупалу Банде джагат приякару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайра Бандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманиня Джата Калапам Гаури Нирантара Вибхишихи Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясиастхиде Самбихит Твам Нишингамахам Хари Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама.
Hare Hare. Tabad bhayam davina deho svihit nimittam tabas priha paribhavo vipulascha loho tabad mamo iti asat avagraha artimulam javan nate angrim avayam prabhinita lokaha tabad bhayam davina deho svihit nimittam tabas priha paribhavo vipulascha loho Tavad mamo iti asad avagraha artimulam javan nate angrim avayam prabhinita lokaha. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Парамахамса Джагадгуру сказал: мы преданные Гаудия Матха, всегда готовы отдать литры крови ради освобождения обусловленных джив этого материального мира. We Gauriya devotees, we Gauriya mod devotees, always ready to shed gallons of blood for the emancipation of the common people of this material world, I mean bonded soul of this material world. But we know, still there is no guarantee. Но мы знаем, что, несмотря на нашу готовность, нет никакой гарантии, что у нас получится сделать это. Поскольку обусловленная душа обладает свободой выбора. Из-за влияния майи она принимает свои решения, и мы никак не можем повлиять на нее. Услышав абсолютную сиддханту, обусловленная душа может разозлиться и быть не в состоянии ее усвоить. И как следствие оставить меня, говорит Шрила Прабхупада. Но выполняя наставления Бхагавана, мы должны пытаться изо всех сил. Бхагаван является бесконечным океаном милости, точно так же, как Гуру и Вайшнавы. Однако обусловленная душа не осознает этого. Она ценит лишь любовь между мужчиной и женщиной, между ребенком и родителями. Но понять сердце гуру и вайшнавов обусловленная душа не может. Не может понять, насколько они милостивы. Прабхупад говорит, что природа гуру и вайшнавов такова, что они постоянно ищут новые способы, как можно поймать свои сети обусловленные живы. И привести их на Голока Вриндавана. Порой рыба попадается в сеть, но благодаря своей изворотливости выбирается из нее. Благодаря своей глупости. По своей глупости джива не желает попасться в сети гуру и вайшнавов. This is the condition. Bhagavan coming in the form of Guru Vishnu. Bhagavan
принимает форму гуру и вайшнавов, форму писаний, форму трансцендентного звука. Форму шастр и приходит в этот материальный мир. Другими словами, с духовного мира Господь посылает все необходимое для исправления обусловленной дживы. Баладауджи Махарадж приходит, принимая форму храма, но храма настоящего. Бхагаван делает все возможное, чтобы привести нас назад, чтобы привести нас в духовный мир. Балабхадра, несмотря на то, что он был рядом с Бхагаваном, не смог понять, что перед ним сам Господь. Он готовил для Махапрабху, но ничего не понял. А Кала Кришнадас долгое время сопровождал Махапрабху в процессе паломничества по Южной Индии, но так и не смог понять, что Махапрабху сам Бхагаван. Также и Рамачандра Пури не понял, что его... Так и не понял, что Мадхавендра Пурипад — вечный спутник Господа. Не смог понять и Валабхадра. Если даже такие выдающиеся личности не смогли понять, не смогли узнать Господа, нет никаких гарантий, что это получится у нас. Многие ученики оставили Прабхупаду, поскольку не смогли понять, кто такой Прабхупад. Там, где Господь, не может быть Майя. Мы часто встречаем это утверждение в шастрах. Майя не может находиться рядом с Кришной. Итак, в любой момент обусловленная душа может пасть из-за того, что не способна узнать Бхагавана, распознать чистого преданного. Балабхадра не находился под влиянием Майи. Из-за влияния Майи, Балабхадра и Кала Кришнадас не смогли понять, кто такой Махапрабху.
Кала Кришнадас, к примеру, сбежал к Бататаре. Они соблазнили его женщинами. Как я говорил вчера, обусловленная душа имеет границы своей морали. Если ей предложат что-то, что выходит за эти границы, она нарушит их. Прабхупад говорит, что в любой момент обусловленная душа может пасть, так же, как это произошло с Кала Кришнадасом. Все мы оставляем за собой это право. Валабхадра был замечательным преданным. Но как же? Почему же он поверил в слухи о том, что Кришна вернулся во Вриндаван и теперь танцует на головах Калии? Несмотря на то, что он постоянно находился подле Махапрабху. Более того, он обратился к Махапрабху за разрешением пойти на Ямуну, чтобы посмотреть на Кришну. На что Махапрабху ответил: «Глупый, с чего это Кришна явится во Вриндаване? Ведь сказано, что в век Кали Кришна не совершает в материальном мире свои лилы». А на следующий день пришел один уважаемый человек, и Махапрабху спросил его: «Ты пришел с Вриндавана, может быть, ты видел там Кришну? Говорят, он вновь появился там». «Нет», — ответил он, — «это не Кришна. Это рыбак, который рыбачит ночью. Для того, чтобы на его лодке установлен фонарь, который создает, который бросает свет таким образом, что тень, образуется тень, которая напоминает танцующего Кришну. И тогда Махапрабху сказал Валабхадре: «Посмотри, как обстоят дела». Итак, спасти обусловленную душу практически невозможно. Спасти ее от майя. Но все-таки это возможно. Но возможно лишь в том случае, если она будет стопроцентно следовать гуру и вайшнавам. В таком случае она застрахована от падения. За всю историю Гаудия вайшнавизма не было ни единого случая, когда подлинный ученик, который сердце которого едино с сердцем его подлинного гуру, пал. Не было подобного случая. But we are watching all this world, this
most of them out of 100%, out of 100%, 99.9%, if not more. Out of 90, out of 100%, большинство людей в этом мире, 99,9% людей заняты материальными вещами. Они не концентрируются на Вани Севе. Они, им не интересен Шабда Браман. А в действительности это единственный способ соприкоснуться с Абсолютом. Они воспринимают Прабхупада и других посланников из трансцендентного мира как своих врагов. Прабхупад говорил Харикатху на Радакунде, местные сахаджии заявили, не слушайте его, он постоянно критикует, он не преданный. Несмотря на то, что Господь организует возможность для обусловленной души слушать апракрита харикатху, она не принимает ее. Поэтому мы не продвигаемся. Поэтому этот мир не продвигается с точки зрения преданного служения, не развивается в духовном плане. Даже если бы сейчас сюда пришел Прабхупад, этот мир не изменился бы. Люди бы не заинтересовались. Да, возможно, кто-то из них принял бы абсолютную харикатху Шрилы Прабхупады, но состояние на сегодняшний день настолько плачевно, что никто не хочет заниматься апракрита Вани Севой. Я знаю, что многие сейчас образованы, знают шастры, знают санскрит, но все это в материальном плане. Они не задействуют свои знания в служении гуру и вайшнавам. Они используют их в служении себе. Я не говорю, что люди не образованы. Нет, они образованы. Они даже знают санскрит. Но используют их в служении себе. Не задействуя свои знания в Бхагавата-севе. Именно поэтому состояние наших дней, положение наших дней настолько плачевно. Если я получил знания от моего Гуру Пада Падмы и буду использовать их ради своей выгоды, я бы очень легко мог обманывать людей, используя то знание, которое получил от моего гуру Пада Падмы, но я не стану делать этого. Итак, никто не хочет совершать Вани Севу в наши дни. Вани Сева — это прямое служение Бхагавану. Если я готовлю для Бхагавана, это служение. Если я делаю это от сердца, если я служение может быть самым разнообразным, но среди 64 видов служения Шраванам и Киртанам является самыми важными, а также Смаранам. Это наиболее важные процессы преданного служения, без которых продвинуться невозможно. If we search out the statistics,
Если мы изучим статистику Гаудия Вайшнавизма, мы обнаружим, что те, кто получили возможность служить Шуда Вайшнавам, пали. И почему же так случается? Ведь мы знаем, что это единственный способ достичь Бхагавана, служение подлинным гуру и вайшнавам, как говорят шастры, как говорит сам Бхагаван, единственный способ достичь трансцендентный мир, избавиться от анартх, обрести прему, саду санга. В комментариях Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур пишут, что секунда, поделенная на 11 частей, более чем достаточно, общение с подлинным преданным, чтобы напрямую отправиться в трансцендентный мир, чтобы обрести сарва-сиддхи. Бхактивинода Тхакур говорит, что благодаря сарва-сиддхи вы сможете обрести даже несравненное сокровище прему. Брахма, Шанкар и многие другие стремятся обрести ее, но безрезультатно. Итак, как же происходит так, что они падают? Что те, кто служит чистым преданным, в конце концов падают, уходят с пути преданного служения? Так происходит, потому что они не смогли понять, что несмотря на то, что сейчас мы совершаем физическое служение, вани-сева гораздо более важно. Они считали, и со временем они начали воспринимать своего гуру как материального человека, который, тело которого материально, за которым нужно убирать. Конечно же, они не развили трансцендентное видение. Покажите мне тех, кто близко служили и достигли успеха. Поскольку, на самом деле, крайне сложно, именно поэтому так редки преданные, возвышенные преданные, те, кто обладают апракрита-вичаром. Ишвара Пурипад был таким преданным. Он убирал за своим учителем, он очищал отхожее место своего духовного учителя Манавендра Пурипада. А когда он заболел, он совершал санкиртану. Он чувствовал себя лучше, когда звучали святые имена. И то же самое было с нашим Гуру Махараджем. Казалось бы, он был в коме, но повторял харинам, и когда слышал санкиртану, подыгрывал, будто бы на мриданге. Итак,
Когда Мадхавендра Пурипад слышал звуки киртана, он был очень счастлив. Когда Махапрабху терял сознание, преданные громко начинали воспевать санкиртану. И Махапрабху тут же приходил в сознание. Что случилось? Где я? Оглядывался вокруг Махапрабху. О, ты что, ничего не помнишь? Ты упал в обморок. Ты бросился в океан. А мы повсюду искали тебя. Махапрабху был закрыт на три двери, на три замка. Каким-то чудом он смог выбраться из комнаты, избежать. Преданные с фонарями в руках повсюду искали Махапрабху. В конце концов, они нашли его. Среди коров, среди арийских коров, которые облизывали его тело. А руки и ноги Махапрабху вошли в его тело. И мы своими глазами видели, как Гурупада Падма, хоть, казалось бы, был и без сознания, но продолжал воспевать святые имена. Когда медсестра поставила ему укол в руку, Гурупад Падма схватился за голову и повторял: «По сей день ни одна женщина не касалась меня, а теперь это случилось». Ишвара Пурипад понимал, что его духовный учитель трансцендентен, но мы это понять не можем, поскольку такой даршан необычайно редок. Он называется Вайкунтха даршан. Но Ишвара Пурипад служил Мадхавендра Пурипаду всевозможными способами. Он был постоянно сосредоточен на баджане, совершая гуру-севу. Именно поэтому, прежде чем оставить этот мир, Мадхавендра Пурипад благословил Ишвару Пурипада. Благословляю, ты получишь Кришна-прему. И так и случилось. Несметные сокровища сердца Гурупада Падмы перешли в сердце ученика Ишвара Пурипада, потому что он был достойным кандидатом. Но Рамачандра Пури этого понять не смог. Поэтому он уклонился от следования Гурупада Падме. Именно поэтому я вынужден говорить, что крайне редко можно встретить такого ученика. Ученика, который понял, что полностью осознал, что его духовный учитель Апракрита трансцендентен, что его тело нематериально. Когда Шрила Бхакти Дайта Мадава Госвами Махарадж явил лилу болезни, на протяжении месяца он лежал на кровати без движения.
А затем Шрила Бхактивинода Тиртха Махарадж явил подобную лилу. На спине Шрилы Бхактивинода Тамадхава Госвами Махараджа образовались пролежни, и преданные были вынуждены менять его положение и обрабатывать эти места, спину. Затем, когда его привезли в больницу, ему поставили. Катетеры на вену, поставили капельницу. Когда кто-то из его учеников пришли навестить его в больницу, было 2-3 ученика. И один из них сказал: «Посмотрите, в его нос вставлена трубка, через которую он получает кислород. Он лежит под капельницей». Такое положение, и в таком состоянии находится наш духовный учитель. Когда Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж услышал это, из его глаз полились слезы. Он не мог сказать что-то, не мог сказать ни слова, но он слышал, что они сказали. То есть имеется в виду, что такой материальный даршан был у этих учеников. Так они увидели своего духовного учителя. Им показал, его состояние показалось им жалким. Так как же можно ожидать обрести Гуру Крипу с таким даршаном, с таким видением? Много лет назад, когда я вернулся сюда из Вриндавана, я пришел к Вамани Госвами Махараджу в Матх. В то время он находился еще на этой планете. Я получил его даршан. Однажды, когда Вамана Госвами Махарадж являл лины болезни, в 10 или в 10:30 вечера я повторял святые имена, и один саньяси Вамана Госвами Махараджа говорил, стоял передо мной и с кем-то говорил, и внезапно Вамана Госвами Махарадж выбежал из комнаты и куда-то быстро пошел. Но севак схватил его и не пускал. Когда этот севак завел назад, Шрилу Вамана Госвами Махараджа, этот саньяси сказал: «Посмотрите, что происходит с нашим Гурудевом. Старость настолько страшна, ну, в смысле, так ужасно». Вот это гуру, это их гуру даршан. Так вот, если подлинного гуру даршана нет, бессмысленно надеяться на милость. Именно поэтому Прабхупад всегда держал, никогда не принимал публично на глазах у всех прасад, не отдыхал. Никто не должен видеть, как мы едим. Мы не должны есть в общественных местах. И Прабхупад никогда не делал этого, поскольку он понимал, что его ученики могут начать воспринимать его как обычного материального человека. И это повлечет за собой их дальнейшее падение. So there is two things, very important. One is
Итак, две вещи очень важны. Первое, если мы совершаем Гуру Вайшнава Севу, а это высшая возможность, лучшая, простейшая возможность достигнуть Галока Вриндаваны, служение чистым преданным. Но это необходимо делать в соответствии с Таттва Сиддхантой. Если вы будете служить без знания, без понимания, это приведет к большим проблемам. Прабхупад говорит, что если у преданного нет гуру даршана, как он достигнет Бхагавана? Если они даже не смогли увидеть гуру и вайшнавов, как они увидят Бхагавана? Итак, гуру и вайшнава сева — это самый простой способ достигнуть Галока Вриндаваны. Но в то же время гуру и вайшнава сева — кратчайший путь в ад. Настолько просто, моментально можно попасть в ад. Если вы хотите в ад, пойдите к гуру и вайшнавам и начните выискивать в них недостатки. Смотрите на их телесные недостатки, на недостатки в их характере. Именно поэтому Рупа Госвами Пад пишет в Упадешамрите. Мы не должны выискивать недостатки в гуру и вайшнавах. Мы не должны презирать их. Итак, мы подробно разбирали положение обусловленной души, о том, то, как джива становится мукта или бадхой. Те, кто находится в невежестве, воспринимают все, что происходит с ними, как то, что оказывает непосредственное влияние на их тело и на них самих. Они считают, что вступать в прямое взаимодействие с неприятностями, с тем, что окружает их в материальном мире. Но дживатма чиста, как мы говорили прежде. Как одна обусловленная душа может спасти другую обусловленную душу? Это невозможно. Мы знаем еще с детства. Однажды плотина на водохранилище была разрушена, и все близлежащие деревни затопило. Люди спали, была ночь. Одна женщина не смогла поймать своего маленького ребенка, его унесло водой. Муж куда-то ушел. Вода снесла все и всех, и никто друг другу не мог помочь. Во время войны Пакистана с Бангладешем, это было в 72 году, я был еще маленький. All
Они расстреливали, пакистанцы расстреливали людей из Бангладеша, выстраивая их в линию. Кто-то бросался в воду, как наш Шрила Тривикрам Махарадж, ученик Прабхупады. Он бросился в реку Падьянади, она подобна океану, и тихо смог проплыть под водой, чтобы сбежать. И так он приплыл в Индию. Он сам, то есть он так смог спастись от расстрела мусульмане, убивали хинду. Или, к примеру, когда начинается какая-нибудь эпидемия, к примеру, недавно был коронавирус. Виталия, кинозвезда, сестра одной кинозвезды погибла от коронавируса. Она плакала день и ночь. Но поскольку существовала опасность заражения, все боялись провести церемонию погребения ее тела. Во время коронавируса отцы отказывались от... отцы и матери отказывались от своих детей. То есть все пытались всячески обезопасить себя. Ты как? Там мог кто-то помочь. То есть, столкнувшись с такой опасностью, с опасностью смерти, с обстоятельствами, которые сильнее нас, мы не можем повлиять на них и не можем помочь ближнему, не можем помочь тому, кого хотим защитить. Поскольку у каждого живого существа свое путешествие. Возможно, вы любите меня, но вы не сможете пойти со мной, поскольку у вас свой путь. Моя судьба зависит от моей кармы. В соответствии с ней я буду получать те или иные результаты и буду вынужден принять их. У меня нет другого выбора. Живое существо не может отказаться от плодов своей кармы. Она вынуждена принять их. Каждое живое существо находится под влиянием времени и влияния трех гун материальной природы. Поскольку наше тело состоит из пяти элементов материальной природы, так как же одна обусловленная душа может спасти другую обусловленную душу? В юные годы однажды я видел, как
Одна змея схватила лягушку. Лягушка так боялась, что ее начало трясти, и она всячески пыталась двигаться, чтобы змея не смогла проглотить ее. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть. Все закричали мне: «Не ходи туда, не ходи», но мне было очень интересно. Я сказал, что сейчас змея во рту, в пасти змеи находится лягушка, и она не сможет кого-либо угостить, к тому же я не буду касаться, я не буду ее беспокоить. Так вот, я увидел, как испуганная лягушка от страха не могла даже квакать. Она осознавала, что настал последний момент ее жизни, что сейчас уже никто не поможет ей. Змея в любой момент могла проглотить лягушку. И все мы находимся в положении этой лягушки. Я, вы, смерть подобна змее. Но и нас уже наполовину поймали. Как эта змея, которая уже наполовину схватила лягушку. Осталось лишь немного времени, осталось лишь подождать того времени, когда змея времени полностью поглотит нас. Вас, меня уже схватила змея. Нужно лишь немного подождать того момента, когда она полностью поглотит нас. И в таком состоянии, находясь в таком состоянии, мы пытаемся наслаждаться. Так как же это возможно? Как возможно почувствовать наслаждение, когда вы уже наполовину мертвы? Я не понимаю, как люди могут наслаждаться, как их тянет к наслаждениям. Когда человека осуждают на смертную казнь, утром приговор должен вступить в силу за подсудимым, то есть за приговоренным приходит человек, на его голову одевают черный мешок, чтобы он ничего не видел, приводит вместо казни, и человек, который осуществляет смертную казнь, говорит: «Не бойся, я не стану убивать тебя, я лишь исполняю приговор». И он надевает на его голову веревку. Так вот, если вы этого человека за несколько часов вечером перед смертной казнью спросите: «Хочешь вкусно поесть? Хочешь сладостей? А может быть, жареную курицу?» Конечно, он не может и думать о том, чтобы вкусно поесть. Он, если ему предложат это, он почувствует отвращение к пище. Он покажется глупым, этот вопрос, поскольку он считает каждую минуту до своей смерти. И то же самое с нами. Имеется в виду, мы находимся в таком же состоянии. Гуру Кишордас Бабджи говорил об этом. Однажды к нему пришел грехастха, преданный из Шантипура, и встретился с Бабджи Махараджем. «Я пришел в Шантипуру, чтобы совершать баджан. О, ты пришел сюда один или с женой?» «Мы вместе с женой. Но мы живем отдельно.
я живу в одном месте, она в другом. А что готовите? Как готовите? Готовим вместе. Жена готовит, а я кушаю. Что ты сегодня ел? Сегодня жареные баклажаны, мундал. И еще много всего. Бабаджи Махарадж очень расстроился. У тебя в жизни ничего не осталось, а ты ешь, наслаждаешься баклажанами. То есть этими словами он хотел сказать, ты лишился самого ценного, ты потерял Кришну, ты потерял все. Как же ты спокойно сейчас ешь баклажаны. Если бы вы потеряли свою собственность, лишились бы денег или золота, стали бы вы кушать, беззаботно кушать жареные баклажаны и наслаждаться другими явствами. Нет, они бы не полезли вам в горло. До того момента, пока вы не осознаете, что лишились своего единственного главного богатства, вы будете спокойно наслаждаться вкусной пищей и не сможете испытывать разлуки. Ведь у вас нет отношений с Абсолютом, нет отношений с Гуру, Вайшнавами и Бхагаваном по-настоящему. Ведь если бы отношения были, почему бы вы не плакали в разлуке по ним? Ведь вы лишились единственного своего богатства. Лишились Кришны. Так как можно спокойно наслаждаться в этом мире? У чистых преданных нет времени на то, чтобы наслаждаться просадом. Когда они едят, они очень быстро едят, просто быстро. Нет у них времени растягивать это. Возможно, 10 минут максимум они затрачивают на просад. Явно они не принимают просад часами. Если они будут спать, будут есть, кто ж будет совершать баджан? Итак, никто не сможет защитить ни вас, ни меня, ни моя мать, ни мой отец, ни мой муж, ни дети. Единственная защита, в которой мы по-настоящему нуждаемся, защита нам Прабху. Мы должны устроить свою жизнь так, чтобы в момент смерти мы вспомнили о Бхагаване, смогли воспевать святые имена Господа. Это необходимо. Мы должны памятовать, помнить о Господе. Но если вы всю жизнь вкладывали в деньги, то естественно, что в момент смерти вы будете помнить о деньгах. Но если вы свою жизнь посвятили Бхагавану, посвятили Баджану, конечно же, в момент смерти вы сможете помнить о нем, ведь Бхагаван очень милостив. Он тут же придет к вам и скажет, я с тобой, пойдем со мной. Но как вы сможете вспомнить о Бхагаване в момент смерти, не совершая баджан?
А к тому же, если даже вы совершаете баджан, но в момент смерти не сможете вспомнить, это говорит о том, что ваш баджан не был настоящим. Ведь если баджан был настоящим, естественно, вы вспомните о Бхагаване. А если вы не вспомните, то отправитесь после смерти куда-то еще, но не к Бхагавану. И какой же смысл был в вашем баджане в таком случае? Несмотря на то, что вайшнавы приходят в этот материальный мир, но они не соприкасаются с материей. Парамахамсы живут так, что мы были бы поражены, наблюдая за ними. Как, например, жизнь Гауры Кишардас Бабджи Махараджа. Однажды какой-то непослушный мальчишка всячески оскорблял Шилу Махараджа и бросал в него камнями. Он не понимал, что перед ним Парамахамса Вайшнав. Но Бабаджи Махарадж не ругал его. Он лишь сказал: «А, издеваешься надо мной, беспокоишь меня, не даешь мне покоя. Сейчас я пойду и пожалуюсь маме Яшоде». Это говорит о том, что он был полностью погружен в баджан. Он повсюду видел Кришну и то, что с ним связано. В этой шлоке описан Парамахамса Даршан. Парамахамса Даршан не выискивает недостатки в окружающих в материальном мире. Они не ругают, не бьют, то есть не осуждают кого бы то ни было. Однажды великого нам Бхакту Туласи Даса сказали, какие-то люди сказали: вот тот саду постоянно вас критикует. В ответ Туласи Дасджи сказал: отлично, я хочу построить свой баджан кутир напротив его баджан кутира. Те люди стали повторять: вы не поняли нас, мы говорим, что он постоянно вас критикует. Именно поэтому я и хочу построить баджан кутир напротив его. Чтобы он постоянно освещал мои недостатки. И благодаря этому я бы очистился сам в себе, я недостатков не вижу. Но он видит их во мне, поэтому он мой лучший друг. Он будет таким образом способствовать моему прогрессу. Итак, чистый преданный никакую ситуацию не воспринимает негативно, никакие неприятности, как что-то неблагоприятное. Для нашего же блага порой гуру и вайшнавы говорят строго. Однако они не стремятся выискивать недостатки. И делают это лишь для
то есть указывают нам на наши ошибки, предостерегают нас лишь для того, чтобы обезопасить нас, оградить нас, проверить нас. Итак, если оскорбляют чистого преданного, он не станет говорить в ответ оскорбительные слова. С гармонизированный даршан помогает видеть во всем все в едином свете, не различая на хорошее и плохое. Саду беспристрастен. Вы можете выражать всякие почести, всяческие почести вайшнаву или оскорблять его. Для него это одно и то же. Поскольку он понимает, что все это от трех гун материальной природы. Три гуны материальной природы постоянно разыгрывают свой спектакль. Но чистый преданный не принимает в нем участия, несмотря на то, что он находится в материальном мире. В каждом из нас есть три гуны материальной природы, и мы танцуем под дудочку Майя Деви, которая управляет ими. Все равно, что марионетки в кукольном театре. И вайшнав, происходящее с ним, воспринимает это как проделки Майя Деви. Когда Раджа Гуна борется с Тамагуной, вступает в схватку. Одна страна нападает на другую, они угрожают друг другу атомными бомбами. Мы видим, как лидеры стран хотят завоевать весь мир, как это было в случае с Гитлером, Наполеоном. Но что с ними случилось? Куда они делись? Мы хотим взглянуть им в лицо, в глаза. Они испарились, нет их, жалок их, конец. И находясь в таком состоянии, дживы стремятся выражать свое ложное эго, продвигать свое ложное эго. Вспомните, вчера я говорил, что когда вы осознаете свое ничтожное положение в отношении безграничного космоса, безграничного мира, вы... ваше ложное эго будет... ваше ложное эго пошатнется. Парикхит Махарадж, actually it depends upon the capacity of that bird.
Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджу. Высота полета птицы зависит. От ее породы. Мы видим, что есть птицы, которые летают очень низко и на небольшие расстояния. Но есть птицы, стервятники, орлы. Могут летать часами напролет. И очень высоко. Не каждая птица может летать высоко. У каждой птицы свои возможности, свои способности. И точно так же я не могу сказать, что я могу говорить замечательно Харикатху. Все зависит от милости гуру и вайшнавов. Я стараюсь изо всех сил. So pure sadhu never going to feel disturbance if somebody going to fight with them, speaking rubbish, putting all politics, they're not speaking. Так, никакая политика, никакая вражда, никакие враги не могут привести в беспокойство, доставить беспокойство чистому преданному. В действительности, для того, чтобы говорить Харикатху, необходима связь с Гуру Варгой. Если эта связь нарушена, если нет интернета в телефоне, мы не сможем связаться с кем-то по телефону. Если нет связи, that Atmaram, Paramahansa Atmaram, sometimes it can be said Bhagavan Shri Krishna говорит, that что lifestyle like a material man. Порой может like казаться, that, что гуру и вайшнавы not paying attention, the people speaking so many things. Big, big eyes, only coping, this hair, big eyes. Являют лилы материалистов. Но несмотря на то, что они в материальном мире, они не обращают никакого внимания на то, что здесь происходит. Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж всегда ходил под, в последние часы работы, то есть когда рынок почти закрывался, шел собирать овощи. Кто-то выбрасывал огурцы, кто-то картошку, помидоры. Он все это собирал, промывал в водах Ганги, резал, нарезал и под киртан готовил. И к двум часам обед уже был готов. Он предлагал Бхагавану. Нам в это сложно поверить, но имеется в виду, что это очень аскетичный образ жизни, который мы бы поддерживать не смогли. Однажды он принес баклажан, порезал его, и даже не готовя,
как прасад начал принимать. Иногда он не готовил рис, просто промывал его, предлагал Бхагавану, солил его и ел. И был настолько счастлив, ему казалось, что он необычайно вкусен. Точно так же, как не готовые баклажаны, поскольку он вкушал их как прасад. Нам кажется, что это проявление сумасшествия, но они не были сумасшедшими. Они ушли отсюда напрямую в трансцендентный мир. Порой гуру и вайшнавы притворяются глухонемыми. К примеру, один ситха махатма во Вриндаване жил в лесу, в дремучем лесу, туда мало кто заходил, все было там в колючках, там сложно пройти, в шипах. Но он специально поселился в таком месте, чтобы его не беспокоили люди. Еще один Бабаджи Махарадж жил во Вриндаване, и к ним постоянно приходили люди, беспокоили его. И тогда он подговорил одного, попросил одного дворника. Не мог бы ты прислать свою юную дочь сидеть напротив моего баджан кутира? И что ей делать надо будет? Ничего, просто сидеть, я буду платить ей. Все, что ей нужно, просто сидеть напротив моего баджан-кутира. Ей даже не нужно будет заходить внутрь. И проходящие мимо люди начали думать. То есть, когда эти люди приходили к Бабаджи Махараджу, начали думать, о, да, мы-то думали, он чистый преданный, а он, оказывается, тут с девушками. Итак, порой гуру и вайшнавы специально устраивают так, чтобы материалисты разочаровались в них. Делают все для того, чтобы люди не беспокоили их баджан. Саду специально может превратиться. Бхагаван говорит: Удава, будь осторожен. Шабда брахмани нишнато на нишнаят паре яди срамаха стащо срамо фало хи адхану миго кшаратаха. What speaking? Uddhav, if some devotee, my devotee, is having good knowledge in Шабда Брахма, Шабда. Если кто-то из моих преданных... In Шабда Брахма, обретет знание о Шабда Брахмане, но не познает, что есть служение ему.
не осознает Парабрахман, все его познания бессмысленны, говорит Бхагаван. Вот если, другими словами, если кто-то обрел знание, но никогда не служил мне, его знание бессмысленно. Какова ценность гоматы? В том, что она может давать молоко. Это молоко можно предлагать мне, говорит Бхагаван, а затем вся семья может вкушать молоко как просад. А если она не дает молоко, то какой смысл? Ну, конечно же, этот пример приводится не в отношении положения коровы. Конечно же, корова священна в любом случае. Я никогда никого не касаюсь, но коров, телят, я обнимаю, независимо от того, дают они молоко или нет. Поскольку поклонение коровам очень благоприятно, способствует продвижению в преданном служении. Я разговариваю с ними, говорю, а, едите сено, так едите траву, со мной не делитесь. Так вот, если кто-то выучил шастры, но ничего не знает о служении мне, смысл в его познаниях ноль. Гурудев может дать прямое осознание служения, что есть служение. То, чем обладает гуру, может получить ученик посредством учителя. Но если у гуру самого нет опыта служения, как он может дать настроение служения своему ученику? Then whatever energy that man, I mean that so-called man, devotee given in learning sastra, all useless. Follow whatever. Bhagavan Sikhi is having vast knowledge of sastra, okay. But all his vast knowledge, what he acquired, I mean God, in his life, by learning sastra, memorizing, so much energy was involved. So much energy, if somebody getting sastra, oh my God, you check up his life. He's giving so much energy. So much energy is giving. Bhagavan speaking, all his energy, all his effort, all his endeavor, everything, all useless can go into water. Water mean useless. He Adhanu is written, but speaking, Bhagavan speaking, all is useless. He Adhanu Miva Charataha. Like one bandha. Bandha means one cow not giving birth to any baby. Как корова, которая не способна родить теленка. Useless cow. Считается. Like useless cow. All your sastra gyan, whatever knowledge you think you have, you think you demand. Бесполезный. Содержать такую корову считается бесполезным. Точно так же бессмысленные, пустые знания шастр.
Сколько ни вложи в ученика энергии, чтобы он изучил шастры, все это будет бесполезным, если он не обладает опытом служения. He is not involved in anything, like the air blowing, that the air blowing, but air is not involved in anything. Чистый преданный не соприкасается ни с чем в материальном мире, словно ветер, который хоть и дует, распространяется всюду, не соприкасается ни с чем. Также и Парамахамса Вайшнав поддерживает такой образ жизни, имеется в виду, что несмотря на то, что он живет в материальном мире, он в действительности не соприкасается с материей. Павано Анга Карамо Ситтут Бхаво Прану Ниродамасшо Лилаво Тареп Сита Джанмо Васад Бандхиам Гирам Твам Бирбриат Но Дхираха. What speaking? Бхагаван speaking. Джасьям Номи Павано Анга Карамо Ситтут Бхаво Прану Ниродамасшо Лилаво Тареп Сита Джанмо Васад Бандхиам гирам твам вибриат надхирах. Бхагаван speaking. My devotee. Далее Бхагаван говорит. Бхагаван speaking. Удхав, what is the speciality of my devotee? Удхава, ты знаешь, каково выдающееся качество моего преданного? They are not talking anything, having no relationship with me. Он не говорит ни о чем, что не было бы связано со мной. Он не вовлекается в пустую болтовню. Он говорит лишь о том, что связано со мной. Номи павана манго карма ситтут бхава прана ниродхамашо. If there is no topics of my transcendental activities, my birth, if there is no topics of my karma, transcendental activities or birth or anything. Он не говорит ни о чем помимо моих трансцендентных деяний. Devotees never speaking. Ни о чем, что не было бы связано со мной. У преданного нет времени на пустую болтовню. Он говорит лишь о том, что связано с моими лилами, рупой, гуной, дамой, намом. Эти темы нравятся чистому преданному, и он счастлив обсуждать их. Далее Бхагаван описывает признаки чистого преданного. Мы обсудим их уже завтра. Здесь описывается то, как можно понять, что перед нами чистый преданный, как по поведению чистого преданного можно понять, кем он является. Описывается, что преданный ощущает вдохновение
где есть возможность совершить Бхагавата-севу. Однажды мне нужно было ехать в Ванкуру и на протяжении месяца говорить там Харикатху. Мне в действительности не хотелось этого, но я был вынужден. Я приехал туда и почувствовал, что атмосфера здесь неблагоприятна. Когда я пришел в храм, сел на Висасану, я ощутил, что атмосфера здесь неблагоприятна. Я почувствовал отвращение. И у меня в голове крутилась мысль, это не подходящее место для Харикатхи. Уезжай отсюда, уезжай отсюда. И спустя одну ночь я сказал Парушоттаму купить билеты, и мы уехали. Я посчитал, что это пустая трата времени в Картикавраты. Следующим же утром я уехал оттуда. И подобное происходило много раз в моей жизни. Однажды в Каракпур меня преданные настояли, чтобы я поехал туда, в храм Бхактикуму Санты Госвами Махараджа. Они устроили, объявили, что там будет моя харикатха, уже была группа преданных. И также, когда я приехал туда и сел на Вьясасану, то есть вся обстановка не давала харикатхе лица с моих уст. И так было еще в одном месте. Я не знал почему, но я не мог говорить харикатху вот в том месте. Преданные очень расстроились, начали плакать. Там была пожилая женщина, старая женщина, которая расплакалась, услышав мои слова. Я подумала, она как саньяси. Я не должен уезжать, я должен говорить здесь харикатхом. А вот однажды в Силигуре там было настолько полуразрушенное место, то есть совершенно, казалось бы, неблагоприятное место для харикатхи. И там я говорил харикатху. Есть записи. Там рынок. Ни крыши, ничего. Одна натянутая пластиковая крыша. Ну, преданные из Бенгала собрались, слушали харикатху. Я думаю, что это была лучшая харикатха в моей жизни. Прямо на харикатхе я плакал. Спросите Пурушоттама. Там очень бедные люди. Но харикатха там была лучшая в моей жизни. Утром и вечером я давал харикатху. По 5-6 часов. И там чувства переполняли меня. Со мной было 4 примерно брамачари. Они сказали, тут невозможно говорить харикатху. Здесь не поддерживают никакие стандарты. Я сказала, нет, я буду здесь говорить. Это проверка Бхагавана. Бхагаван проверяет меня, хочу я денег, славы.
или я говорю Харикатху ради него. И много-много-много преданных пришли слушать Харикатху. Они были бедные. Но я не заинтересован ни в чьих деньгах. Все, что я хочу, совершать служение Гуру Варге. Я хочу быть полностью сосредоточен на служении. Я не хочу говорить Харикатху ради денег, ради славы, ради положения. Мне совершенно не важно, сколько богатых людей придет на Харикатху. Запомните эту шлоку. Синдхи Бхавачи, Патитананг Павуне Бхо, Вайшнавбхьо Намо.